Нахожусь сейчас на горке города Тюмени. Там внизу строительная академия, значит, Свято-Троицкий монастырь. И вот здесь вот видите, у нас фонари как бы вниз. Местность не холмистая, но тут здесь вот как раз такая горочка уходит вниз, а потом резко вверх. Видите, здесь появляется автомобиль, он поднимается вверх. И каждый столбик украшен светодиодной не только фонариком, но и шариком новогодний, внутри снежиночка. Здесь справа находится мост любви. Он меняет свой цвет, то зеленый, то синий. Видите, постепенно вот так вот у него меняется цвет. И вот сюда дальше, если я посмотрю, вот видите, здесь все в инии. Все в инии, каждое дерево. Здесь елочка, елочка. Вот. Здесь, видите, тоже в инии каждое дерево. А это музей имени Словцова. Это старое здание, построен новый музей. Но сейчас все музейные экспонаты в основном перенесены в новый музей. Он огромнейший музей в самом центре города Тюмени. На улице Орджоникидзе. Орджоникидзе, перекресток и Советская улица. И вот, что я хочу показать вам. Показать самое удивительное здесь – это елочка. Вот сейчас вот я отойду вот сюда вот. Здесь, конечно, снега много. Сегодня, сейчас, в данный момент, минус 34 градуса. Я голыми руками держу камеру. И вот смотрите, какая елочка. Елочка – теремок. Я потихоньку спускаюсь. Здесь как бы вход в теремок. Вот такие двери. Дальше, потом второй этаж. Видите, как будто бал, силуэты людей, они танцуют. Там балерина танцует. И вверху часики. Вот такая вот красивая елочка здесь у нас в городе. Очень красивая. Все приезжают, снимают. А я захотел ее снять как бы небольшим, не шортиком, а маленьким-маленьким таким видеороликом. Вот такая. Здесь, если посмотреть, там видите силуэт кошечки, собачки и девочка с косичками. Вверху тоже там силуэты различных этих людей, потом зверей. И здесь вот смотрите, как бы у камина люди сидят, там свечка, и люди танцуют рядом с этим, с огнем, находятся и смотрят на огонь. Вот такая вот красивая елочка. Очень нравится мне. Вот, и здесь идет «Бегущие огни», и тут написано группа компаний СБК. Вот, значит, такую елочку новогоднюю здесь установили. Вот такая елочка с теремочками. Здесь с обратной стороны, видите, женщина играет на рояле. Вот. А вот тут вот в окошке мальчик. Мальчик, силуэт мальчика. И он как бы скачет на лошадке. Вот. А там молодые люди танцуют. А там сидят за столиком, молодые люди общаются. Елочка очень красивая. А вот здесь, рядом, сразу же за елочкой, идут вот такие кольца. Три кольца. Вот. Компании Суенко. Вот так вот красиво украшен вот этот пятачок у нас в городе. Буквально заезжая с нижней части города, со строительной академии, и вот сюда вот здесь как раз елочка, а там дальше уже идет институт культуры и областной военкомат. Ну, на этом руки у меня сильно замерзли. Заканчиваю свой обзор, опять перевожу взор на мост любви. И всего вам доброго, уважаемые подписчики, всем желаю здоровья, до свидания.